В пятницу утром по дороге на поселок Котовского водитель «Жигулей» не справился с управлением, снес металлическое заграждение вдоль дороги и сбил пешехода, который стоял на трамвайной остановке. 31.08.2012 года, 6 часов 10 минут, по Николаевской дороге в сторону улицы Векслера двигался автомобиль ВАЗ под управлением водителя 84 года рождения, который не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие, металлическое ограждение, а также на пешехода 86 года рождения. В результате аварии 26-летний мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами. А в Коминтерновском районе Одесской области произошел крупный пожар. Горело кафе на берегу моря в селе Вапнярка. Спасатели вызвал 22-летний владелец заведения. Именно он рано утром обнаружил огонь в помещении. Пламя охватило площадь более 150 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место пожара и ликвидировали очаг возгорания. В пожаре никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. Последний день лета каждый встречает с разным настроением. Пожалуй, больше других осенних холодов и дождей опасаются жители Малиновского района, в частности, Молдаванки. Почему? Далее в нашем репортаже. Одесскую Молдаванку знают во всем СНГ и даже в странах дальнего зарубежья. Но местным жителям не до легенд, которыми полон их родной район. Люди заняты спасением своих квартир от разрухи. Впрочем, то, что они могут сделать сами, ситуацию не спасет. Ветхое жилье нуждается в капитальном ремонте, а люди в расселении. Эти кадры сделаны на улице Картамышевской. На других улицах Малиновского района люди тоже рассказывают о коммунальных проблемах. Говорят о разбитой придомовой территории, опасных сухих деревьях. У нас нет тротуара, у нас все разбито, вокруг дома разбиты, заборы разбитые. До каких пор мы будем страдать? За квартиру мы платим, за воду платим, за газ платим. Эти вопросы одесситы задают чиновникам, но чаще всего на них отвечают и ищут решение проблемы депутаты городского совета, которые взяли на себя ответственность за тот или иной район. Конкретную помощь жителям Малиновского района уже не первый год оказывает депутат горсовета, председатель благотворительного фонда «Милосердие» Геннадий Чикита. Вот он истинный депутат. Я же говорю, мы обратились, первый раз к нему обратились, сразу же увидели действия его. Вот таких людей надо выбирать, депутаты, он есть депутат. То, что он обещал людям, он старается помочь. И отдавать надо за таких людей голоса свои. И выбирать их в правительство, в Верховную Раду. И везде, чтобы они помогали людям, простым одесситам, таким как мы. Одесситы обращаются в приемную депутата по самым разным вопросам. В итоге получают решение конкретных и давно наболевших проблем. Геннадий Леонидович, благодаря его вмешательству, нам помог в этом деле. Нам поменяли канализационные трубы, и сейчас большое спасибо ему за это. Нету этого болота во дворе, как было. Нельзя было войти в парадную. В то же время, уверен депутат, ситуацию на Молдаванке нужно менять кардинально. Активно подключаясь к решению бытовых проблем одного дома или одной квартиры, Геннадий Чикита постоянно участвует в формировании стратегии развития района. Одно из последних мероприятий – заседание городостроительного совета, в ходе которого рассматривали проект детального плана территории жилого района «Молдаванка-2». По мнению Геннадия Чикиты, проект недоработан. Кроме того, говорит политик, какой должна быть Молдаванка, решать прежде всего одесситам на общественном обсуждении. Посмотрев вот на эти картинки, которые сзади меня находятся, наверху, я не вижу там Молдаванки, я вижу там Таирова. И вот те экономические цифры, которые я смотрел, что 350 тысяч жилья остается, то есть остается постройка от 5 и выше этажей, а вся постройка до 5 этажей, она будет снесена. Геннадий Чикита продолжает. Еще предстоит решить, как сохранить историческую сущность Молдаванки и обеспечить при этом достойные условия жизни одесситам. В первую очередь депутат намерен взять под личный контроль процесс расселения жителей из аварийных и ветхих домов. Еще одна проблема, которую Геннадий Чикита считает острой и уже завершает подготовку комплексного плана ее решения – транспортная. Транспорт ходит не по графикам, его не хватает. В основном те предприятия, которые обслуживают и находятся на маршрутах, они ставят приоритетом прежде всего доходность маршрута. Это неправильно. Нужно, продолжает Геннадий Чикита, пустить больше социальных маршрутов, жестче контролировать деятельность автотранспортных предприятий и, конечно, завершить строительство магистрали «Север-Юг».
В наших выпусках мы уже рассказывали о Саше Журавлеве. Прошлым летом мальчик катался на велосипеде, упал, ударился, у него начались боли. А позже врачи поставили ему диагноз саркома Юинга лунной кости. Сейчас Саша нуждается в серьезной, дорогостоящей операции. Саше Журавлеву 13 лет. Уже год мальчик и его родители борются со страшным заболеванием – саркома Юинга. Сначала Саша проходил лечение в Одесском отделении онкогематологии. Затем вместе с родителями поехал в Киев, где ему сделали операцию. За цей год він прийняв 9 хіміотерапій, 20 лучових терапій. Зараз має бути в нього ендопротез. Врач буде зв'язуватися з Германією. Там його треба буде заказувати, тому що тут його нема. В нас це не роблять. Саша срочно нуждается в эндопротезе, рассказывают родители мальчика. Тогда ему смогут сделать еще одну операцию и заменить часть ноги и сустава, поврежденных болезнью. Но эндопротез стоит 200 тысяч гривен. Родным мальчика, которые живут в селе и уже продали все, что было у них в доме, на лечение ребенка в одиночку не найти такой суммы. Они надеются только на помощь неравнодушных одесситов. Надеемся только на людей, потому что как... Ну, если честно, на государство надежды никакой нема, потому что никто никому ничего не помогает. Одни люди. Саша жизнерадостный и добродушный мальчик. Он очень любит животных и увлекается географией. Сейчас у него появилось и новое хобби. Он учится играть на гитаре. Мне вот, недавно как-то захотелось что-то научиться на гитаре. Ну, я давно уже хотел. Мені, якщо в Одесі приходили, там теж часто з гітарою, то мені понравилась красива гітара була, і нравилось так просто сидіти і грати. Та й там в Києві подарив там один чоловік гітару. І зараз приходять там різні ці волонтери і учать грати, хто там вміє. У Саші є маленький братик Андрій. Його головна мечта, щоб Саша поскорее виздоровів. Щоб він виздоровів и бегом пришел до дома. Если в ваших силах помочь ребенку, просьба позвонить по телефонам 096 317 68 67 или 096 364 29 44. Все флаги в гости к нам. День города в Одессе обещает быть интернациональным праздником. Заранее прибыла делегация из Японии. Гостям из страны восходящего солнца устроили прием в мэрии. Визит японской делегации официальный, но не совсем рабочий. Дипломаты приехали в Одессу по приглашению мэра отпраздновать День города. На встрече с Алексеем Костусевым говорили о развитии сотрудничества между городами-побратимами Иокогамой и Одессой. Например, мы могли бы провести дни Иокогамы в Одессе или дни Одессы в Иокогаме. Мы могли бы поехать, привести своих художников, там, музыкантов. То же самое мы готовы принять японскую сторону, и чтобы лучше узнали жители Одессы, не только о Японии, но конкретно об этом крупнейшем порту и большие традиции. Я думаю, это было бы очень хорошо. А в состав делегации этих культурных, если включить бизнесменов, то и деловые контакты наладились. Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Таичи Саката работает в Киеве ровно год. В Одессу приехал впервые. Говорит, развитие отношений на местном уровне между отдельными городами и регионами не менее важно, чем сотрудничество на уровне государств. Одна из важнейших тем, которую мы успели обсудить, это развитие отношений между Одессой и Йокогамой. Договор о побратимстве города подписали почти 50 лет назад. Сейчас пришло время развивать отношения. Я думаю, что это хорошая идея обменяться взаимными визитами. Это может быть и культурный обмен, и налаживание деловых связей. В Одессе японская делегация пробудет 3 дня до 2 сентября и примет участие в праздновании Дня города. В Национальном университете Одесской юридической академии прошла торжественная церемония посвящения в студенты. Первокурсников приветствовали министр юстиции Украины Александр Лавринович, представители прокуратуры Украины, Государственной таможенной службы и СБУ. Подробности далее. Будущие адвокаты, социологи, политологи, экономисты и даже медики – те, кто поступил на первый курс Одесской юридической академии и Международного государственного университета. Новобранцы говорят, скоро начнется горячая пора учебы, но правила студенческой жизни юноши и девушки уже знают. Смеются, мол, ничто так не сближает, как один вариант на экзамене, и ничто так не развивает фантазию, как поиск ответа на вопрос преподавателя «А где ваша курсовая?». Однако сессии и лекции еще впереди, а сегодня студенты привыкают к новой жизни. Новая обстановка, новые друзья, новые знакомства. А
страны и волнуется за меня, я тоже. Волнуюсь, как обычно. Переживаю, потому что никого не вижу со своей группы и как бы переживаю, кто, с кем общаться и так далее после школы. Все-таки как-то новый коллектив, новые знакомые. Думаю, будет пока что сложно первые пару месяцев, а потом привыкну. Студенты рассказывают, выбор профессии сделали сознательно. Многие из ребят давно хотели связать свою жизнь с юридической сферой. Вспоминает Джефферсона, мол, юрист все ставит под сомнение и имеет собственную позицию. Соблюдать законы и отстаивать права. Таким принципам хотят следовать студенты. И примером для подражания для них выступают профессионалы-правоведы. Министр юстиции Александр Лавринович вспоминает свои первые шаги в студенческой жизни. Я прекрасно помню этот день. Это был Красный корпус Киевского государственного университета. В то время, можно было смело говорить, один из лучших вузов Советского Союза. И это трепетное ощущение того, что ты переходишь в новое качество жизни и вообще ты начинаешь самостоятельно идти по жизни. По словам Александра Лавриновича, университет дает жизненный фундамент, а дальше каждый выбирает сам, как строить свою судьбу. К ряду министра юстиции тщательно, настойчиво, успешно. Сьогодні ми стоїте на цьому майданчику в день старту вашого життя по здобуттю вищої освіти. Очевидно, що права кожної людини є дуже важливими, і тому перший розділ нашого основного закону присвячений саме їм. Але, напевно, найбільш тяжким правом є право на вибір. Тому що вибір кожен має робити щодня. Президент Академии Сергей Кивалов говорит, для студентов Академии и университета созданы все условия, чтобы они могли учиться с полной отдачей. Открыли новую кафедру романо-германской филологии, где возможно обучение на немецком языке. В этом году также появились два спортивных комплекса на 8-й станции Большого Фонтана. Новое общежитие и спортивно-оздоровительный комплекс в Затоке. Вы показали волю к победе. Вы сделали неимоверный шаг и правильно поступили, что приехали со всех уголков нашей страны именно в Одессу. В Одессу город-герой. Я очень рад сегодня сообщить, что в Национальный университет Одесская юридическая академия поступила на первый курс 3601 студент. Мы вас приветствуем, дорогие друзья, дорогие первокурсники. Студенты-первокурсники с энтузиазмом смотрят в будущее. Говорят, хорошо понимают, что их карьера во многом зависит от качества полученных знаний. Молодые люди готовы приложить максимум усилий, чтобы перенять опыт и профессионализм своих преподавателей. Мне нравится право, нравится предмет, и это поможет в будущем как профессии, так и реализовать себя. Учеба, учеба, еще раз учеба. Радость и настроение то, что я поступил в университет, именно юрокадемию. І то, що я буду вчитися іменно тут. В майбутньому мене чекає дуже цікаве навчання, дуже якби перспективне. Також і я думаю, що я буду добре навчатися, буду докладати всіх зусиль для цього. Я знаю, що студентам перше время буде нелегко. Но полгода я не привикну. Ви знаєте, нужно делать все для того, чтобы каждый студент первого курса чувствовал себя комфортно. Учеба – это многое, но далеко не все, чем наполнена жизнь студентов академии и университета. Ежегодно здесь проходят самые разные мероприятия – студенческие конференции, фестивали, конкурсы. Учебные заведения часто посещают известные люди. Вы будете встречаться с очень интересными людьми. Вот только за последнее время в наш вуз приезжали такие религиозные и политические деятели, как премьер-министр Украины Николай Янч Азаров, патриарх московский и всея Руси Кирилл. И сегодня на дне посвящения в студенты здесь присутствуют известные политики и государственные деятели. За дорученням генерального прокурора Украины Виктора Павловича Пшонки маю честь привітати вас с нагоди початку нового навчального року та Дня знань. Високо оцінюючи результати роботи університету, висловлюю вдячність за ділове співробітництво та сподівання на подальшу плідну співпрацю на користь державних інтересів. Від імені керівництва та співробітників Служби безпеки України щиро вітаю вас та очолюваний вами колектив Національного університету Одеської юридичної академії з Днем знань, духовного піднесення, наснаги і бадьорості, невпинного руху вперед та успішного здійснення всіх планів і задумів. На торжественной церемонии первокурсникам вручили символический студенческий билет и приветствовали их поднятием национального флага Украины.
Новый учебный год в украинских школах начинается с хороших новостей. К 1 сентября все регионы получили новые школьные автобусы. Школьники обеспечены учебниками, в том числе и на русском языке, для тех регионов, которые предоставили ему статус регионального. Действующие школы отремонтированы, построены 40 новых. У трех подруг Марины, Алены и Елизаветы приятные хлопоты скоро в школу. Мне очень нравится этот день, и мне нравится учиться в школе. Я очень соскучилась по своим друзьям. Я их не видела 3 месяца, может, даже больше. Мы покупали зошиты, пенал, собираемся купить рюкзак, ручки, карандаши. Еще не купили, конечно, но собираемся. К 1 сентября серьезно подготовились и в школах. Первоклашки в этом году будут учиться по новым учебникам. Свыше 4,5 миллионов экземпляров было напечатано и передано в школу. Цей рік став рекордним. Фактично ми виконали свій обов'язок вперше за багато років. Своєчасно і в повному обсязі усі підручники для дітей першого класу вже присутні в школах. І діти, які прийдуть 1 вересня на заняття, зможуть вже їх отримати. Учебники є на других язиках України – молдавському, польському, кримсько-татарському, румунському, венгерському і русському. На язикі Пушкіна преподають в одноіменній київській гімназії. Перші класи начальної школи вступають учиться по новому стандарту. Соответственно, это предполагает новые учебники. Рекорд поставлен не только по учебникам. Выполнение программы «Школьный автобус» в 2012 году также рекордное. Правительство закупило для сельских школ больше машин, чем за 9 лет ее существования. Якщо в наступному році, у 2013-му, ми збережемо такі темпи, як в цьому, оці от 900 машин, можливо, трошечки більше, ми повністю зможемо закрити цю проблему в межах всієї країни. Хорошие новости и для тех, кто еще не пошел в школу. За 2 года в рамках реформы системы обязательного дошкольного образования правительство вернуло детям свыше 1000 детских садов. Близится долгожданное 1 сентября. К началу учебного года уже практически завершили подготовку и родители, и дети. Учебники собраны, форма поглажена, портфели застегнуты. Однако какой праздник знаний может быть без цветов? Чем юные одесситы в этом году будут поздравлять своих преподавателей и не кусаются ли цены на праздничные букеты, выясняла Алла Пройденко. Разноцветные астры, розы, лилии, хризантемы. Чего только не найдешь сегодня на цветочных прилавках Одессы. Многие из продавцов ароматных букетов признаются, нет ничего приятнее, чем довольные и радостные покупатели. Именно поэтому даже в праздничные дни стремятся не портить им настроение астрономическими ценами. Цены такие же, как и в будний день, только просто мы рассчитываем на количество немножко больше продать. Мы лично не поднимаем, это немножко поставщики поднимают, мы пытаемся вальировать. Букет из полевых цветов, украшенный зеленью, или букетик из 3-5 хризантем, говорят продавцы, можно купить по цене от 30 до 50 гривен. За 90-120 гривен можно приобрести более представительный букет из лилии, орхидеи или небольших роз. Среди оригинальных подарков учителям букеты из конфет, фруктов и игрушки из цветов. Вот такого ежика или портфель, украшенный цветами, можно купить в среднем за 90 гривен, цветочного медвежонка за 200-250. Однако, по словам продавцов, ко дню знаний лучше всего расходятся самые дешевые сезонные цветы – астры и хризантемы. В принципе, сейчас гривен на 50 в букетике в основном. На 50 гривен у нас есть 3 хризантемки, например, букетики, лилии. Это с учебной символикой, с карандашиками, с осенними цветами, с астрами. Ну, вообще ассортимент разный. А цены какие? Это уже продан букет, он за 90 гривен. Это как бы авторское исполнение. Оптимизм продавцов не всегда разделяют покупатели. Одесситы говорят, к праздникам цветы всегда повышаются в цене. И нынешнее 1 сентября не исключение. Правда, в этом году все-таки скачок цен не такой заметный. Мы будем покупать 3 букета и рассчитываем до 100 гривен. Что-нибудь оригинальное и интересное. 100 гривен один, да? Да. Узнавали цены на цветы, но еще не купили. Ваше мнение по цене? Ну, дурдом. Ну, просто дурдом. А какую сумму рассчитываете? Сколько планируете? А на цветы? Ну, минимум гривен 30. Я больше не могу, учитывая все эти дела. Вот букет купила за 50 гривен. Очень неприемлемая цена. Ребенок идет в 9 класс, последний год. Ему это подходит.
Однако, чтобы купить букет по приемлемой цене, нужно позаботиться заранее, рассказывают горожане. Вечером накануне 1 сентября стоимость праздничных букетов может вырасти почти в 2 раза. Поэтому опытные горожане советуют не затягивать с покупкой ароматного подарка для учителей и купить цветы хотя бы за сутки. А чтобы они не завяли, просто держать в тени и холодной воде. Ликуя, одесский зритель, впервые в Южную Пальмиру с гастролями приехал израильский театр «Гешер». Творческий коллектив театра примет участие в престижных фестивалях города и поделится профессиональными секретами на мастер-классах. Примерный показ спектакля «Якиш и Пупчи» по мотивам классического произведения израильского драматурга Ханаха Левина состоится на сцене Одесского академического русского драматического театра. Творческий коллектив израильского театра «Гешер» покоряет сердца зрителей не один десяток лет. Его спектакли стремятся заполучить самые престижные театральные фестивали. За плечами именитых актеров выступления на театральных подмостках Берлина, Парижа, Лондона, Дублина, Рима и Варшавы. В Одессе театр «Гешер» выступит в рамках международного театрального фестиваля «Встречи в Одессе», который ежегодно проходит в Одесском академическом русском драматическом театре. Действительно, это серьезное событие в рамках нашего фестиваля и в рамках для этого города. Я считаю, что вообще не только для города. Это огромное событие для Украины. Вот это тот самый случай, когда надо смотреть театр, потому что ты не знаешь, когда ты его увидишь еще. Наш театр был организован как театр русскоязычный, который организовался из людей, которые приехали в Израиль вместе с Евгением Марией. За 20 лет мы собрали такую смешанную труппу, и к нам присоединились замечательные израильские артисты. Израильский театр «Гешер» – единственный в мире театр, артисты которого играют спектакли сразу на 2 языках – на русском и на иврите. Поэтому выбору драматического материала коллектив театра придает особое значение. Спектакль «Якиш и Пупчи» по мотивам пьесы Ханаха Левина в Одессу «Гешер» привез не случайно. Его артисты говорят, показ спектакля – это хороший повод для коллектива театра выразить свое признание и благодарность одному из наиболее знаменитых драматургов Израиля. Кроме того, мэтры театрального искусства спешат побаловать одесскую публику мастер-классами, в которых примут участие талантливые российские и украинские актеры. Попробовать доказать, что театр не имеет границ ни языковых, ни ментальных. Если это хороший театр, то обязательно можно найти какие-то контакты и точки соприкосновения. Поприветствовали коллектив театра «Гешер» и представители общественной организации «Интеллектуальный форум». Активисты этой организации долгое время поддерживают молодых талантливых исполнителей. Сотрудничество с коллективом театра «Гешер», говорят представители «Интеллектуального форума», возможность обменяться творческим опытом артистам из Украины, России и Израиля. Не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Вот наши все друзья пришли, они получают удовольствие, какие-то знания. Тем самым укрепляется дружба между нашими странами. Это мероприятие, которое произошло благодаря сотрудничеству нашему очень долгому, очень плодотворному с интеллектуальным форумом, который предоставил, по крайней мере, 4-5 крупным театральным студиям и молодым театрам, работающим здесь в Одессе, получить возможность увидеться с актерами театра еще до спектакля и посмотреть, что такое израильская школа, как мы играем и чему могут научиться украинские ребята у нас. Вечерний показ спектакля «Якиш и Пупчи» пройдет на большой сцене Одесского академического русского драматического театра 31 августа и 1 сентября. Ко дню города в Одессе проходит множество интересных мероприятий. Среди самых заметных – открытие выставки легендарного художника Никоса Сафронова. Посетив художественный музей, теперь каждый желающий сможет ознакомиться с произведениями мастера. Подробнее в репортаже Ольги Целоусовой. Один из самых продаваемых художников на постсоветском пространстве – Никос Сафронов. Его имя стало настоящим брендом. Люди относятся к нему по-разному. Одни считают его творчество лишь удачным менеджментом, другие восхищаются талантом и не жалеют десятки тысяч долларов на покупку работ. Ясно одно – равнодушным Никос Сафронов никого не оставит. Никос Сафронов, по признанию критиков, не просто художник, но и шоумен, который смог удачно вписать свое творчество в новую современную реальность. Совместить, казалось бы, несовместимое – моду и вечное искусство живописи. Сильные мира сего – политики, олигархи, кинозвезды – с удовольствием позируют метру и говорят, что художник мастерски передает их лучшие черты – внутреннее и внешнее состояние. Не просто иллюзорное сходство, а нечто большее, спрятанное в душе. Среди его клиентов мировой
мировые звезды – Софи Лорен, Ален Делон, Мадонна, Роберт Де Ниро и многие другие. Экспозиция работ художника в Южной Пальмире – это собрание более 80 работ различных жанров. От традиционного портрета и пейзажа до композиций сюрреалистического характера в стиле Сальвадора Дали. Открытие вернисажа Сафронова в Одессе стало по-настоящему масштабным событием. Сотни гостей выставки собрались во дворике художественного музея в ожидании метро. Здесь и первые лица города, и известные политики. Открывается выставка художника, выдающегося, неповторимого, художника со своим стилем, который узнается сразу. Я говорю вам, добро пожаловать в Одессу. Одесситы вас приветствуют, любят, добра и счастья. Сергей Кивалов подчеркивает, выставка работ Никаса Сафронова, человека, чье имя уже при жизни стало легендой, для Одессы события. Для меня сегодня, наверное, особый вечер, чтобы увидеть непосредственно талантливейшего художника, человека, которого знают не только в нашем городе и любят, но и во всей Европе, и в Америке, и во всех континентах. Его знают как человека творческого, который много делает для развития и становления искусства в мире. Никас Сафронов лично провел для гостей вернисажа экскурсию, рассказал об истории создания своих полотен. Не обошлось и без подарков. В знак уважения Никас Сафронов вручил Сергею Кивалову и Алексею Костусеву по одной из своих картин и поблагодарил за радушный прием. Когда предложили сделать на Украине выставку, я сказал, начнем с Одессы. Поэтому для меня это, ну, некое святое место, где есть все – юмор, душа, сердце, любовь, патриотизм, искусство, творчество. Ну все, в общем. Одесса – это особый, это страна в стране. Как рассказал живописец, несмотря на плотный график и постоянные поездки по всему миру, он хотел бы чаще бывать в Одессе. Художник признается, мечтает приезжать сюда не в гости, а домой. Я мечтаю купить здесь одно здание, даже не здание, а такое вот одно место, где построю сюрреалистический музей. Он будет прославлен на весь мир. Я уверен, на 1000000%. Вы в этом убедитесь скоро, когда мы его приобретем. Вы поймете, насколько оно уникально, насколько оно интересно. Выставка Никаса Сафронова в Одесском художественном музее продлится до 7 октября. На сцене театра Мускомедии покажут мюзикл о сложных отношениях графа Воронцова и его жены и очистят имя генерал-губернатора от пушкинских наветов. Первый показ мюзикла «Граф Воронцов» назначен на 1 сентября, а пока за закрытыми дверями идут финальные репетиции и последние приготовления. Мюзикл из двух частей покажут примерно за 2.5 часа вместе с получасовым антрактом. На сцене работает огромное количество актеров. Все будут одеты по фасону в яркие запоминающиеся костюмы в стиле первой половины 19 века. Главных персонажей всего три. Одесский градоначальник граф Воронцов, его жена Елизавета и тогда еще совсем молодой, но уже известный поэт Александр Сергеевич Пушкин. Без сложных взаимоотношений, конечно, не обойдется. Пока граф Воронцов скрывается где-то за кулисами, его жена Елизавета тоскует в одиночестве. В истории взаимоотношений Пушкина и жены графа Воронцова до сих пор остается много неясного. Одни говорят о том, что поэт попросту соблазнил жену градоначальника, другие, напротив, оправдывают Пушкина и утверждают, что его оклеветали. Авторы пьесы тоже не стали рубить с плеча и описали чувства Александра Сергеевича и Елизаветы Ксаверьевны как сдержанные, но не лишенные доли романтизма. На прощание графиня дарит поэту знаменитый перстень-талисман. Сам Пушкин считал его волшебным. Впоследствии поэт почти никогда не расставался с кольцом оберегом. Он забыл его дома лишь тогда, когда отправлялся на дуэль с Дантесом. Любовным взаимоотношениям посвящена лишь часть спектакля. В другой части авторы рассказывают об Одессе тех лет и пытаются восстановить историческую справедливость. Дело в том, что после размолвки с Воронцовым Пушкин написал на графа очень нелестную эпиграмму, которая со временем стала настолько популярной, что едва ли не затмила собой все его добрые дела. Наша задача была раскрыть Воронцова, прежде как очень живого, яркого человека,
Вот. И как-то, в общем, ну, если хотите не реабилитировать его после Пола Милота, потому что совершенно несправедливо. На самом деле, перо Пушкина не всегда ведало, что творил. Чувствуя историческую ответственность, авторы постарались рассказать о незаурядных достижениях легендарного градоначальника. Граф проявлял лучшие мужские качества практически во всех войнах того времени, а в мирное время наилучшим образом показывал себя как управленец и хозяйственник. Те, кому не чужды сложные истории и душещипательное хитросплетение судеб, смогут посмотреть премьерный показ графа Воронцова 1-5 сентября в 7 часов вечера. Правда, на премьеру свободных мест в первых рядах уже практически не осталось. Это вся информация к этому часу. Я с вами прощаюсь. Впереди вас также ожидает прогноз погоды. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Салон «Хутра та шкіри» «Оскар Фюр» представляє нові колекції. Шуби, дублянки, куртки, великий асортимент за кращими цінами. Можливість покупки в кредит, без першого внеску та довідки про доходи. Вдягайтесь модно вже сьогодні. Всім покупцям подарунки, а головний приз – путівка в Буковель на Новий рік. На двох. Купуй та вигравай. Салон «Хутра та шкіри» «Оскар Фюр», Корольова 49 та Адміральський проспект 1А.